Всем привет! И на меня солнышко светит, хоть что-то поднимает настроение. Просто до этого была не очень погода такая, холодная, ветер. Вчера, знаете, кто был в Даугавпилсе и живет в Даугавпилсе, был снег. Вот. Но я хотел не про это поговорить, про хорошее настроение. Настроение у меня так себе, не очень пока что. Просто я свою первую зарплату не получил на новой работе. Мне поэтому обидно. Сами понимаете, я решил про это вот блог снять. Не только в целом про это, ну и вот про это вот место в районе, в котором я живу. Вот просто реально обидно первую зарплату не получить. Вот это неприятно. Вообще, на работе, на которой я работаю, много чего неприятного произошло. Вот есть людям вообще задерживают зарплату. Но данную зарплату я пока получаю в кассе. Вот. Другие работники, они получают на карточке, банковские карточки. Я пока что получаю в кассе, поэтому сказали, что могут задерживать. Но я общался с одним коллегой по работе, и он сказал, что это впервые такое, что вот зарплату задерживают. Напишите в комментариях, может, у кого-то был случай, когда вы устроились на новую работу, и вам первую зарплату не перечислили, а вообще дали ее там через два или через один месяц. Ну, реально обидно, когда вам первую зарплату не дают на новой работе. Со мной рядом живет Андрей в одной комнате. Об этом я рассказывал в прошлых блогах про Ригу. Ему первую зарплату выплачивали, как ученику. Но вторую и третью зарплату он вообще не получал. Поэтому ему тоже обидно, то, что он не получил зарплату, при том, что в стране, в которой он живет, это вообще не его. Если говорить в целом про работу и зарплату, то часть жизни мы посвящаем работе. Естественно, это одно из самых главных составляющих. Работа, семья, там другие заботы. Но когда ты первую зарплату не получаешь на новой работе, это просто обидно. Но завтра я не знаю, как себя буду чувствовать. Просто я пришел к кассе, и мне говорят, денег вообще нету на кассе. Приходите завтра. То есть завтра должны быть деньги. Но рабочие сами прекрасно понимают, сколько можно обещать завтраками и сколько может это все происходить, когда зарплату задерживают очень долго, на целый месяц. Такого не было вообще там, где я работаю, вот, чтобы задерживали зарплату. Работа эта мне нравится, я не хочу увольняться, просто сами понимаете. Просто иногда можно что-то себя чувствовать, себя очень ужасно. И некоторые вещи невозможно просто объяснить словами, только лишь прочувствовать. Давайте не будем о грустном, ведь я нашел кресло, здесь есть кресло. Теперь я могу наблюдать за красивым видом. Это блог о том, что мне нравится это место, оно меня вроде вдохновляет. Ночью, вот ночью или вечером здесь можно красивый клип снять. И у меня есть одно видео, но строго не судите, потому что это мыльница. И я это вечером снимал, и помню, как-то с гиндосом еще пришел, и была луна, и там, короче, эти корабли, судно где-то едет, и погода такая приятная, вообще было здорово. Посмотрите это видео. Ну вот, вы посмотрели это видео, оценили, хоть и было плохого качества, но это было здорово в тот момент. Да и сейчас здорово все выглядит, хоть и дай бог с этой зарплаты, они все равно мне заплатят.
Мне нравится это место, оно меня успокаивает, поэтому я специально сюда пришел, чтобы сделать какой-то блог и рассказать вам про это место немного. На этом я свой видеоблог заканчиваю, но кое-что вам скажу, что морской флот не сдается, и где-то есть вдалеке якорь. Они еще не знают, кто такие долгопилские парни, которые приехали в Ригу. Вот, потому что у меня есть якорь и морской флот, своих не бросаю. Сами понимаете, как можно зарплаты не выплачивать в сроки. Особенно мне, я же особенно работаю, мне нужно все в сроки. Вот. Морской флот, я своих не бросаю.